Шерше ле туа. Мы пишем. Шерше ле туа на канале дуэта некоммерческой акустической песни 2D. Сегодня я 2, а он D. А со мной Вова Андреевский, который сейчас будет со мной тоже играть. Просто D. Спасибо. Напоминаю, вы сейчас находитесь на нашем канале. Меня зовут Родион. Это наша еженедельная акустика. Мы сейчас споем одну из наших песен, но если вы хотите, чтобы мы спели что-то из, допустим, ваших песен по вашему желанию, заказу и настроению, то пишите нам в Твиттер, в нашу группу на Фейсбуке и в нашу группу ВКонтакте. И еще можно подписаться на наш канал на Ютубе вот здесь. Это тоже хорошая идея. Итак, песня «Ищу тебя» в исполнении дуэта некоммерческой акустической песни 2D. Ребят, весна пришла, радуйтесь. Она словно ангел, она словно птица, она может только присниться. Похожа на ветер, похожа на солнце, она на афишах в анонсах. Ищу тебя, хочу тебя, и ты одна спасешь мой мир. Хочу вписать в твою тетрадь жадно ловлю твои взгляды. Я видел на небе, я видел на солнце, но в пыльных глазах незнакомцев. Ищу тебя, хочу тебя, и ты одна спасешь мой мир. В твою тетрадь свои стихи. Что ты меня встретишь, ведь ты мое солнце, ты мое лето. Я верю, что ты мне ответишь. Перепишем, я вмазал в последнюю. Ну там, ну, на самом деле первое исполнение было самое лучшее. Не согласен. Она словно ангел, она словно птица, она.
Нам может только присниться. Похоже на солнце. Я неправильно сказал. Знаешь, что я хотел? Что я хотел добавить? Mm. Когда подписывайтесь на наш канал, номер Киви кошелька в обмане. И что там? И много других страшных слов. Платежных систем. Да. Но песни заказывают? Да. Но это потом. Нам сначала раскрутить эту тему. А потом уже нам будут заказывать песни. Некоммерческая песня. Некоммерческая песня. Станет коммерческой. За деньги, естественно. Пока не коммерческая. Давай еще раз. Давай. Три и... Стой. Ставь. Отдай сюда. Тебе надо ладони? Давно уже причем. Я видел... Че? Не строюсь, такую что. Да. Могу я послушать. Надо что-то. Тебе все записалось? Сюда? Все про... Так хорошо пусть будет. Хорошо. Пи***ца должно быть много. Пи***ца должно быть... Не должно быть вообще. Я тут должен. Вообще, пи***ц это слово не жаль. Пи***ц может быть очень хорошим. Ну, прям, пи***ц. Или это соли, и пи***ца должно быть много. Расскажи еще что. А бывает... Пи***ц такой прям... Ну, пи***ц, да. И что с ним надо делать? Давай песню. Ребята, вы прослушали давай монолог Владимира Николаевича Андреевского про... Ну, ты можешь сам что-нибудь сделать? Стоп, 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 а теперь уже я. Я не люблю свою работу именно в такие моменты. Что? Поехали. Привыкли под фанеру петь, да? Играть. Ты же понимаешь, что это будет на Ютубе? А все? Все, без исключения. Все будет на Ютубе. Сейчас все на Ютубе.